хирургическом отделении Славянской районной больницы работают люди, которые ежедневно несут тяжелое бремя ответственности за самочувствие больных, их выздоровление или даже жизнь. Один из них – герой нашего следующего сюжета – молодой специалист, недавно вступивший на нелегкий врачебный путь. Родился и вырос Сергей в станице Анастасиевской Славянского района. Учился в школе номер 25. Во многом наш герой благодарен педагогам, которые помогли раскрыть его потенциал и склонность к естественным наукам. Стать врачом, возвращать людям здоровье он мечтал с детства. Эта профессия действительно тяжелая и интересная. Изначально со школы мне просто нравились все науки естественные, да, особенно биология и химия. Как бы хорошо я учился и хорошо знал эти предметы. И просто в дальнейшем при обдумывании того, куда я хочу поступить, эти предметы как раз шли вступительными экзаменами в медицинский университет. Вот. Мне показалось, почему не связать жизнь вообще с естественными науками, и медицина мне показалась самым оптимальным выходом вот из этой вот ситуации. На работу в отделение он пришел работать всего полгода назад, сразу после окончания Кубанского медицинского университета. После окончания вуза, специализации, я как бы стоял вопрос о том, куда мне дальше идти, куда ехать. Вот. Но опять же, да, у меня было направление, мне позвонили, предложили здесь место. Вот. Изначально просто дежуранта. Вот. Ну, соответственно, я приехал, узнал, что и как. Вот. Ну и поговорил с заведующим отделением, устроился сюда, да, дежурантом, экстренным хирургом, работал на ставку, ночные дежурства, выходные. Вот. Прием экстренной больницы. Железные нервы, терпение, выдержка, спокойствие и умение контролировать ситуацию даже в экстремальных условиях. Пожалуй, это не весь список, которым должен обладать хороший хирург. Не понаслышке об этом знает молодой специалист хирургического отделения Славянской ЦРБ Сергей Ченский. Я долго еще думал над профессией, когда учился в самом университете. Ну, конечно, все-таки хирургия, она более мужественная профессия. Мне поэтому больше захотелось именно в эту область, идти в этом направлении. Рабочий день Сергея начинается с обхода пациентов. Узнав о самочувствии и жалобах больных, молодой хирург занимается текущими делами. Назначением лечения, подготовкой к операциям, приемом пациентов, заполнением документации. Когда удается помочь пациенту, когда тяжелый больной идет на поправку, когда видишь радость, надежды и улыбку в потухшем было взоре человека. Все это приносит большое удовлетворение и чувство радости, признался Сергей в беседе с нашей съемочной группой. Он твердо решил, что посвятит целую жизнь благороднейшему делу – возвращать здоровье людям. И впереди, он уверен, у него еще многие годы такой работы. Молодой хирург верит, что они будут удачными, ведь это дело стало смыслом его жизни. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События».